Мы, кстати, мы с фрегатами разобрались. С фрегатами. Уже нельзя вот эти лидерские, уже старые фрегаты переделать. Вот там лидеры висят, а ну их в бой как бы не надо бросать. Фрегат 10 там. Фрегат 10. Иначе они, если не на фрегатах, то 30. Выбранные земных войн, здесь там плюс 30% еще. Ива 12 тут. Ну же, а, вот мы на космическую фабрику перекинули. Ну да, если много фрегатов видим, то по 0,5 уже. От одного половину, короче. На новое их перекинуть. Ну, то есть ситуация стабилизируется вообще. Этот на линкоре. То, что мы уже еще одну битву выиграли. А, там. Ну, это не особо растет. После чего плюс 10, атака 8-10. Тут лучше защиту ставить, конечно. Чтобы он плюс 20. Там уже, по идее, что мы тогда два линкора тут разбили. Приселся. Ну хьюмы атаковали сюда. Через был рати непонятно. Долетели сюда. Вот так вот получается как-то. Отсюда практически смогли атаковать Амон-Ра. Ну сейчас мы опять Амон-Ра вернулись на месяц вот здесь, а чтобы не в пересело за ним. Что-то гайки. Зачем мы диабы меняли? Чтобы здесь, ну, сюда как-то охрана. Вара плюс 20. Ну, обратно в крипто вернули. Что он, да, 20 наземных узлов, вообще два лидера, рыцари. Ария еще 50, у нас и так плюс 50, у нас плюс 100 на боение. Это безопасность. У нас нету из всех, по сути, ну, пилот, только вот этот фаун и все. Потому что атаклари это раз и пилот. Вальхейм, а что он? Максимальный урон от оружия. Фейзат Икс. Да, но я бы лучше было бы перекинуть на линкор, который в Эсквайре, короче, территория ему возвращаться, а все территория. Ну тогда он растет. Ну да, может слететь в бою. Ну чем на фрегате, так это вообще ничего не прибавляет. Смотри, сколько, допустим, предложат, допустим, 8% сюда, ну, типа, плюс 2%. Или плюс 4 сюда, или там, до 10. Урон от оружия. Так неизвестно, забыл, что выбрать. Наверное, на космофабрике только так, числится. Система Сирии. Ну, как, не плевает. Что перебросим. Уже сейчас будет бой. Контр-адмирал. Вообще как лучше не трогать. Ну хотя бы одного сейчас перекинуть. Ну там линкор. Сумасшедшая битва была. Он на нее не успевал, да, скорее всего. Да, может, и надо было. Но если был лидер, то он бы лучше. Эсквайр, ты честно. Вот пускай на линкор перепрыгивает. Ну, вроде бы он не умеет. Перепрыгивает.
Было 8 все-таки осталось. Лярда в тур дохода. Да сейчас все. Или побеждаем армаду, или нет. Вот тут армада фрегатов еще одна придет. Это 24 фрегата. Это бонус от того, что сюда полетела Мирамакс. 52. Это не половина, вроде не возвращал. Но если он тут будет лазить, может он туда, ну, вряд ли. Другой флот, это не этот. Этот к нам уже мчит, давно пересел. И мы что же поля поставили, ну, изменили, чтобы было. Ну вот одного лидера мы услали своего. А этим надо где-то, ну, находиться. Но здесь... Здесь что? Ну без фрегатов тоже... Вот кого-то прикрыть. И был бы крейсер, мы крейсер бы прикрывали. Там что-то. Ну так они будут только на отвлечении. И не будут больше. Но с фрегатами против фрегатов еще могут выступить. Ну, подъем форвард. А это что за? Космофабрика. Но она не успеет делать дыру. Навряд ли. У нас сейчас через тур этот будет. Свободно. А мы прибудем, например, сейчас. Ну, вот линкор сюда прибудет, эти атакуют, мы их контратакуем. Блин. Флот. Флотилия. Если нет лидера, значит флотилия. Ну и вообще лидера ни одного тут нет. А потом можно включить здоровье за делать, кто будет. Если этот будет подтягиваться, то дольше, поэтому... Пускай она тут висит, наверное. А что он говорит, что он броню хочет поставить. Да ну нету там смысла. Хочу его убрать куда-то. Здесь через тур еще мы еще эсминец прибавим. А тут правда три пара фрегатов. Но он же говорит, что новые фрегаты. Семнадцатые. Это 13-е. Достроим, мы ничего не поменяем с достроем. Ну типа космофабрика, ну отдельно как-то. Можно в игре весь все греби сразу. 65, ну зачем вам слухай платить за какую-то фабрику? Ну типа грейд фабрики не будет, так обронил. Три эсминца. Хорошо. Для того, что там... А, это 12-е. 12-е же нечем. Чтоб три фрегата 10-й.